Мне в личку написали родственники без вести пропавших российских военных и попросили опубликовать их видеообращение. В этом видеообращении они рассказывают о том, какой беспредел творится в российской армии, о том, как российское командование бесчеловечно относится к своим солдатам и просят найти, помочь найти их пропавших без вести родственников. Я согласился опубликовать это видео для того, чтобы показать, что на самом деле происходит на фронте, показать реальную ситуацию, чтобы россияне, которые посмотрят, возможно, это видео, посмотрят это обращение, знали, что на самом деле творится в Украине, какие масштабы потерь российской армии, которые от них скрывают, и как на самом деле российские командиры относятся к своим солдатам,